Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем UFC 4, это карьера у нас. Так, и как обычно, начинаем с ажиотажика. Поэтому тут еще... вон оно что. Окей. Так, интервью для подкаста и для местных вечерних новостей. И двадцаточка остается у нас. Чтобы сделать. Можно, в принципе, тогда вот так. И вот так вот. Все, отлично. Почти у нас сильный ажиотажик уже поднимается. Это хорошо. У нас всего 5 недель. Одну мы уже профукали. Совершенно не занимались нашим бойцом. Но сейчас мы это все исправим. Бокс, блокируйте удары. Либо по ногам. Давай. Давай делать. Это мы умеем, это мы практиковали не раз. Блокировать удары это очень легко. Ну. Ну и все. Оверхенды. Ну на. Ну куда ты? Прости, я больше так не буду. Но ты тоже мне там не шути, ладно? Да блин, я не это хотел сделать. Я хотел оверхендик. Разменялись. Так, это интересно очень. Это очень. Иди сюда, ты куда пошел? Nice punch. Да хватит меня под дых бить. Ну вернись. Блин, не попал второй раз. Ну, его ушатывать не надо. Его ушатывать ни в коем случае нельзя, не надо. Так. Пятерочку, главное, получили. Плюс пятерочка еще. Окей. 5 плюс 5. Ну и это, конечно же, не те 5 плюс 5, которые нам нужны были бы. Но тоже неплохо. Остается. В принципе, сейчас посмотрим, если за пятаточку есть ажиотажик у нас для этой... Для спонсорства. Да, автограф-сессия есть. Ну, давай. Она... Чисто через рекламу, да, делается? Окей. Так, и сороковочка у нас остается. Блять, не то нажал. Серьезно. Дурак. Я думал, что я вышел уже. Но давайте, как обычно, будем надеяться на первый раунд. Блин, вот я тупанул, конечно. Очень-очень сильно тупанул. Я даже не видел, что я там сделал. По рекламке что-то есть? Нет, больше нечего. Ничего больше нет. Для рекламщика я сделал все, что можно было. Так. Ну окей, тогда бокс можно будет. И муатай потом. Надо как можно больше заработать звезд, этих очков улучшения, чтобы как можно сильнее прокачать нашу. А, все что? Nice. Вот 10 ударов. Хуки. Апперкотик. Хук. Прости. Вот это жесткий, конечно, хук справа. Да, очень жесткий. Очень-очень жесткий. Да, и левый, кстати, тоже довольно-таки неплохой. Пойдем. Я не знаю, от чего он качается. Да ну, нет. Нет, и еще раз нет, блин. Но это очень плохо опять. Опять очень плохо. Да какие... иди ты. А если я пробовать снова?
Да нет, нет. Не надо, не надо нам такого. Будем честно. Как прошло, так уж прошло. Никаких перепроигрышей, перевыигрышей не будем делать. Ну, блин. Обидно. Да, травма. Травма. Ну ладно, мотай. По ногам или ногами, что-то я не заметил. I want to see you sharp and quick. По ногам. Окей. Это буквально два. Ну, три. Прямой. Ты чё? Ну, это не прямой удар, кстати. Вот это прямой. Прости. Да ну хорош, ну пацаны, ну что такие? Серьезно? Ну и что мне с вами делать? Чё мне уже двое ушли отдыхать? Ну ладно, будем тогда задрачивать нагрузки. Больше делать нам нечего. Ну блин, ну тут гораздо больше вероятности заработать большое количество очков. Блин, ну серьезно. Ну как так-то? Ну-ка. Ну, ажиотажик так сейчас на десяточку. На десяточку. В принципе, неделя тут совсем чуть-чуть остается. Но у нас физическая форма у нас средняя, все еще. Все еще средняя. Но зато ажиотаж хороший. Спарринг все, да, типа. Иди отдыхай. Угу. Освободитесь из болевого приема. Блин, я боюсь. Я боюсь. Так что... Ой, это тоже сложно очень. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Блин, 5, конечно, совсем мало. Попробуем. Из болевого вроде бы... А, кстати, я забыл. Я так редко в них бываю. Угу. Ну давай, в болевой переходи. Все отлично. И один это я. Все, я понял. Все, встаем. Ever. Great job. Ой, прости. Я хотел вот так. Но тоже неплохо получилось. Let's push the pace on. Ну давай, давай еще, еще попробуем. Давай еще что-нибудь поделай с ним. Не-не, ты не бой, не бей меня. 30 seconds left. Okay. There it is. Great work. Давай ловим. Ну блин, тут по времени мы тут тупо по времени не успеем. Но так-то неплохо, кстати, получается. Nice. Yes, you're almost there. Hey, the tap is coming. Keep да. Тупо по времени не вышло. Ну, кстати, приемы неплохо развились. Мне даже понравилось. Может быть, еще попробовать что-нибудь такое сделать? Я забыл, как тогда он просто делать. Правда, забыл. Пятьдесят пять. Еще смотрим, что можно здесь делать. Защита от переходов. Ой. Так. Ну давайте, я не... Надеюсь, мне напишут, как это делать. Know this, but I'm gonna say it anyway. Brazilian jiu-jitsu focuses on getting an opponent to the ground in order to neutralize possible strength or size advantages. When I say go, let's do exactly that. Take down, submission. Got it? Ага. Giving them too much space. Ага. А, это я не сделал, что ли? Подожди. Или сделал?
Нет. Я все правильно делаю? Так ты давай что-нибудь делай, слышь, чувак. Он ничего не хочет. Ладно, встань, встаем. Встаем еще раз. Давай. R2, наверх. Ага, туда не получилось, да? Да не, не. Все. Ну, скорее всего, не получится у нас в этот раз. Можно будет попробовать еще раз. Давай, давай. Угу. Ага, отлично. Надо один раз нажать. Нажал же. Получилось или нет? Что-то не понял. Что за черная пошла? Что за черная пошла? Да, ну получилось. А нет, не получилось, кстати. А почему? Я не понял. Ну, в принципе, очков нам дали нормально. Очков дали хорошо, так что повторим это, повторим обязательно. Эти никуда не убираем, наши очечки, которые мы сейчас заработали. Так, десяточка. Десяточка у нас, как обычно, идет в рекламку. У нас, кстати, одна неделя, да, осталась? Одна неделька последняя, последняя завершающая тренировочная неделя. И пойдем бить лицо. Освободитесь из клинча. Окей, это очень легко. Наверное. Ну, по идее, да. Clock doesn't stop until you submit it. Let's go. Вот и все. Your next opponent is gonna be no match for you. Beautiful combination. I love it. Keep it up. Put the pressure on him. Ага. Прости, прости, я не так хотел. У меня выносливость закончилась. Прости, опять прости. Еще раз. Но добивание тоже хорошо. Ага, отлично. Болевой. Ловим, ловим на болевом. Хорош. Опять по времени не успеваю. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо поработали. Посмотрим, на что нам сейчас хватит еще. 25 развития приемов. Хорошо. Может быть, с такими слабыми противниками на тренировках, которых мы вырубаем почти всегда сразу, придется качать борьбу. Похоже на то. Так, полтосик у нас остается. Хватит ли нам? Да, хватит. Добить капитуляции. Ой, это сложно будет. Тогда он переход закрытый. Тоже сложно. Тут что? Можно, конечно, обновить. И посмотрим, что тут будет. Давай попробуем. Ну, это легко. Давай. Давай. Это я знаю, как делать, так что, в принципе, хотя бы 4 очка мы заработаем, как минимум. Ой, как мало-то. А, ну, апперкотом хорошо. Remember, repetition is key, and it always pays off. So let's go. В принципе, тоже несложно. Man,
Ну это да, это мы пройдем, это 100%. Чё там? Да, ну неплохо, я думаю, поработали. Заработали минимум 6 очков. Фух. И нам пора. Пора идти драться. Надо будет не забыть только повысить сложность. И пойти драться. Пойти наваливать. Так, нет, сначала сейчас прокачиваемся быстренько. И потом. Суп с котом. Так. Я не знаю, по здоровью, мне кажется, надо. Кардио, сила ног. Кардио очень важно. Прям. Давай так. Ладно, 31 остается. На что нам? В принципе, может хватить. На челюсть не хватает. На силу корпуса или на восстановление? Тоже хорошая вещь. Давай. Опять у нас троечка остается. Блин, что-то какой-то заколдованный круг уже получается. Так, потом настроечки. Сложно. Это максимум, что есть. Пока что. И перейти к следующей неделе. Получается, что так. Эван. Ну, погнали, Эван. Посмотрим, из какого теста ты сделан. И из какого пластилина мы. Попробуем в первом раунде на этот раз. Почему бы и нет? Было бы неплохо. Уложить его в первом раунде. Легкий вес. Не-не-не. Музыку пропускаем. Сильный прием. Это опять там. Сальтуха. Мне очень не нравится в этой части, что никто не пожимает мне руку. Это что такое? Блин, а он борцуха почему? Походу борцуха, мне кажется. Далеко. На лугу пасутся ко. Опачки. Ага. Нет, не дает, смотри-ка. Ну нет, это... Далеко, и получаем мы уже. Ну да, это сейчас будут постоянные ноги. Постоянно будут в ноги кидаться. Так, а что, ничего не делаем? Это уже не очень-то хорошо. Ну давай, давай. Где, где? Почему не срабатывает кнопка? Так, вставать. Да подожди. Почему такая большая красная шкала? Тихо, мы сейчас проигрываем. Мы проигрываем, ребят. По-болевому, офигеть. Вот кто же знал, да? Кто же знал? Да уж.
Я, кстати, хорошо там замачивался уже, но, блин, не получилось. Опять же, ну удушение типа вот этим кругом, да, а болевой двумя кнопками. Второй наш проигрыш. Второй проигрыш. Да, конечно, продолжить. Я тут не собираюсь какую-то идеальную карьеру делать. Я думаю, ничего в этом страшного нет. Ничего не дали. Ничего не дали, вообще ничего не дали. Очень обидно, конечно. Ну ладно, ничего страшного на самом деле. Обидно, но ничего страшного. Мы... Если бы это был какой-нибудь боец, Бузила или как его там, боксер, короче, с ним было бы, был бы другой исход, конечно же. Макгрегор, как и обычно, в своем репертуаре, что-то ругается с кем-то. Что там, с кем опять не победил? Непонятно. Блин, мы были на четвертом месте, теперь на каком будем? Нас, получается, сдвинули. Шестое, да. Блин, обидненько, обидненько. Серьезно. И что мне с ним делать? Ну, я не буду отказывать. Я принимаю поединок. Опять 6 недель. А, до этого было 5 недель, кстати. Посмотрим, попробуем. Почему бы, собственно, и нет. И давайте пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Хоть мы и проиграли, но ничего, я думаю, страшного в этом нет. В общем, с вами был Максим, канал GG Family. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. На этом пока все. Увидимся совсем скоро в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.